Очередь вырастает прямо на глазах. Сегодня день открытых дверей в музее центральном. Мы пришли посмотреть экспозиции. Объявление было в Фейсбуке 18 числа. День открытых дверей. Вот мы пришли. Посмотрим. Сколько билеты вообще стоят? 3,5 в прошлый раз обошлось. 3,5? На ребенка обошлось. Ну, на 7, короче говоря, 10 тысяч оставишь втроем, да, так идем, да? Уже. Отдельный зал полтора. Такой народ. Сделали бы 500 тенге. Ну, не выходили бы. Ну, вот народ жалуется, что очень дорого. Большие цены на вход. Ну что, народу много. Здесь, я как понял, служба безопасности. Ну, в принципе, на должном уровне все. Проверяю, потому что народу много. Информационное табло. Картина красивая. Вот наш президент. Народу очень много. Я даже не ожидал, что столько будет. Тут красивая инсталляция под водопад. Когда мы были на первый раз на открытии, здесь снимать не разрешали. Сейчас сделают сегодня в этот праздник, все свободно и разрешается снимать. Многие с фотоаппаратами. Это прекрасно. Людей очень много. Мастера сидят, вырезают. На примере показывается, как эти изделия изготавливаются. Девушка, золотой человек, вот колесница там где-то. Выходим с этого зала. С этого зала выходите направо, еще раз направо. Спасибо. Кони. Все стараются сфотографироваться возле золотого человека. Это уношение украшения, называется гривна. Он выполнял охранительную защитную функцию. Это защита от чисто всех злых духов. Какой получается? Изображение птиц, изображение снежного барса. Барс — это символ власти. Он считался покровителем своего хозяина.
все нарисовано ногами. А вашу работу еще где-то можно посмотреть, да? В каком стиле? В интернете есть? Вот такие? Да, в интернете есть. В прошлом году я делал выставку национальную в музее. Да. Ну надо кого-то поставить, чтобы приходили потом. Художник на расхват. Давайте я сфоткаю. Даже не можем взять интервью. Интервью? А это что за инсталляция? Инсталляция «Древо жизни». Называется. Древо жизни? Да. Вход в зал золота. Вход в зал золота. Народ все идет и идет. Народ хочет знать историю. Хорошая акция. Народу много. И погода тепленькая становится.